Сегодня у нас некое цыганское безобразие. Это страйкбольный пистолет от бренда ВЕ, модель G201V3. Черная коробка их стандартная. Ну, немного обновленная. Сейчас скажу почему. Паспорт. Теперь аналоговые паспорта у них исчезли. Теперь будет вот такое вот электронное безобразие. Короче, без интернета теперь даже пистолетом не попользуешься. Ну, ладно. В комплекте стандартный у них пистолет. Штифт-пин. Это, видимо, для установки вот этого вот увеличителя хвата. Я бы его так, наверное, назвал. Сюда это дело будет вставать. И как бы зачем, не знаю. Но есть и есть. Кому-то нравится, кому-то понадобится. Наверное, это намек на то, что не всем может понравиться такой очень тонкий профиль. И вот текстура у него, вот эта вот полимера, она такая очень специфичная. Она очень хваткая, очень прикольная. В перчатках так вообще по барабану будет. Но, видимо, вот для каких-то таких нежных рук. Хотя для чего-то же это надо. В общем, мне кажется, это тема из какой-то спортивной стрельбы. Кто шарит, кто компетентен, пишите в комментариях, для чего эта беда. По образу, что мы здесь видим-то, по внешнему виду, это Gen 4 четвертого поколения Глоцк. В таком странном цыганско-водяном дизайне. В этот же, по-моему, мокрый, да? Тут такая имитация то ли волн, то ли чешуи, не знаю, что это такое. Я подобный узор помню на нориках, на китайских. Ну, здесь они тоже это решили добавить. Нет, вообще нарядно, любопытно выглядит. Ну, как-то несерьезно, маленько. Больше что-то такое фановое. Также по измененке, что мы здесь видим, это необычный немного... Давайте я зазумлю максимально. Необычный, во-первых, спусковой необычной форме. Тут всякие эмблемки, да, и вот такой вот красный, прям краснючий предохранитель. Интересно сделано, конечно, кто бы поспорил. Также интересная геометрия, как я уже отметил. Тут еще и в стиле какого-то атома эмблемы, в стиле волн. Куча-куча всякой какой-то имитации под фрезеровку. Ну, согласитесь, сложный дизайн, да? Также у нас весь изрезанный, издрявленный затвор. Ну, что я могу сказать, выглядит футуристично. Также стоит отметить, наверное, что это все намеки на какую-то страйк, не страйк, а вот практическую стрельбу. Это прицельные. Они у нас страгло идут, контрастные, помогают у нас штучки эти прицеливаться в условиях недостаточной освещенности, собирают свет в пучок и целиться, правда, становится проще, но тема не полицейская, не армейская, они таким, как правило, не пользуются. Ну, действительно, вот чисто такой кастом для Петровичей, чтобы поинтереснее было. И да, кстати, еще не отметил, наверное, это увеличенная пятка. Не знаю, помогает ли она как-то более уверенно досылать магазин. Не знаю, но что вижу, то и говорю. В общем, за что увидел, за то продал. Давайте по надписям посмотрим, по значкам. Во-первых, здесь какие-то руны, не знаю, вампирские, не вампирские. Подозреваю, что вампирские вот по этой роже. Спереди, я не знаю, это какое-то, ну, что-то вампирское, мне кажется. Я сначала подумал, ваха? Нет, не ваха. Тут несколько раз попадается вот эта вот эмблема W. Это, видимо, то, что ВЕ, да, и вот в стиле какого-то атома. Надпись WET прямо на стволе. Ствол у нас бронзовый. Тоже необычно они выпендрили здесь. И также эта эмблема, это клеймо присутствует на прицельных. Судя по внешнему стволику, имеется резьба, значит, можно сюда будет накрутить имитатор глушителя. Вопрос, где только их искать, ну, где-нибудь они всяко есть. По имитациям стандартная вся тема. Давайте я сейчас его заправлю. А в качестве источника энергии он у нас использует грингаз. Ой-ой-ой, ты куда так? Очень быстро, очень удобно, и не надо думать, сколько у вас там его осталось. Ну, это я говорю про альтернативу основную, это аккумуляторы, либо CO2. Так, что у нас с имитациями? Это blowback. Кстати, blowback посильнее, чем у джиджишки.
Ну, и это, видимо, из-за того, что тут затвор металлический. Такой жирный блубэк. Что уж сказать, блубэчище. Довольно интересный какой-то туповатый спуск из-за предохранителя. Чуть неправильно берешься, он прям подтупливает. Но любопытно. Блубэк сильный, стрелять весело. Так, ну, разумеется, будет затворная задержка. Сброс затворной задержки. Предохранители два штуки. Первый здесь, второй здесь. Ну, благо, хоть кнопочные не засунули. Ну и кнопка сброса. Кстати, она так не заподлицо, а с такой же текстурой, из которой рукоятка. Любопытно выглядит. Так, разборочка. Здесь два рычажка. Их вниз. Вниз и... Ой, ну да, магазин вытаскивать. И мы можем добраться до хупапища. Кто не в теме, это для того, чтобы шарик подкрутить для увеличения кучности. Как-то так все внутри выглядит. Бронзы этой здесь много. Сборка еще проще. Так, надо ли его... Давайте его фул заправлю, расстреляю. Это чтобы вы понимали объем. Резервуара с газом. Понятно, что в боевых условиях, в реальных, вы так сильно его не остудите, не расстреляете пистолет, но почему бы не показать. Так, по заправке шарами в губы ничего ему пихать не надо. Губы пластиковые, поберегите. Шары засыпаются вот снизу. Само смотровое окно. Смотровая шель. Вот, она снизу расширяется, шары, суды. Быстрозарядники недорогие у нас есть. 300 рублей, по-моему, самый дешевый. Покупайте у нас, разумеется. Так, пружину оттягиваем и все, снаряжаем. Заряжаем. На камеру неудобно. Шары не пересыпайте, поберегите магазин, они будут вставать в шахматном порядке. Разумеется, это все дело подсмотрено у оригинальных огнестрельных пистолетов для того, чтобы не увеличивать магазин, увеличить его емкость. Так, он у нас остыл, не остыл. При снаряжении можно мониторить шарик, который загоняется в ствол в казенную часть. Да, используйте защиту для глаз, покупайте у нас. Так, давайте пускай он согреется маленько. Чуть не знаю, сколько он бедный у меня остывать будет, но я думаю, как отогреется, метров 80 он даст. Насчет пистолета я засуну куда свое мнение. Пускай его выражают ребята, которые играют в страйкбол. Комментарии для вас открыты. Заранее, кстати, всех благодарю. Не забывайте про скидочный промокод. Акционный, он действует до конца августа. Но если не успели, не расстраивайтесь. Ну, во-первых, акции еще будут. А во-вторых, есть круглогодичный промокодик. Где-нибудь вы здесь увидите. Просьба подписаться на ВК и на тележку, потому что ютубинцы могут прикрыть. Для того, чтобы банально не потеряться. С нами была ВЕшка, цыганско-комарская, УЭТ, вампирская.